По случаю приближения Рождества Open Doors планирует раздать 100 тысяч Библий на арабском языке египетским детям. Стоимость издания одной Библии для детей составляет около $3, отмечает организация. Египетские христиане в настоящее время являются самыми многочисленными представителями христианства в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Однако после так называемой арабской весны их положение резко ухудшилось. В свете проекта новой конституции страны они рассматриваются как граждане второго сорта. На сегодняшний день около 100 тысяч коптов покинули Египет. Учитывая сложившуюся ситуацию, Open Doors усилила свою активность в стране. В прошлом году активисты раздали в Египте почти 210 тысяч Библий и Библий для детей. Обучили 46 тысяч христиан, почти 6 тысячам христиан оказали медицинскую помощь. В Египте Open Doors проводит курсы для неграмотных людей, особенно в сельских районах, помогает христианам путем предоставления мини-кредитов и предлагает юридическую помощь.